Tiene que estar enferma. Құрметті сарбаздар, Қазақстан Республикасының азаматтары. Кешірерсіздер. Кезінде мен де осы системаның арасында болғам. Солтүстік Қазақстанда өсіп. Ойымды дұрыс жеткізе алмаймын қазақша. Нашар білем ана тілімді, бірақ намысым бар. Өз отаным үшін көп уайымдаймын. Осы соғысқа мен Ресейді тоқтату үшін келдім осында. Өйткені білем, бәрі осында бітпесе, Қазақстанда басталады. Я хочу обратиться к военным из Казахстана. Узнал, оказывается, что многие военные из Казахстана меня смотрят. И очень приятно слышать о том, что многие военные, особенно на юге и на западе, они говорят о том, что они не поедут в случае чего воевать против Украины. Это достойный выбор, потому что сегодня вы сами видите все в интернете. Если до полномасштабной войны рашке удавалось запудривать мозги тем, что тут едят детей, что тут бендеры, сейчас уже никто в эту чушь не верит. Мужики, вы будущее нации. Сейчас в ваших руках есть особая власть. Вы представители защиты нашего государства. Я гордился, когда носил форму в Казахстане. Морская пехота, войсковая часть 25744. Мой позывной был белый. Все мои сослуживцы это знают. Я гордился, когда у меня была форма. Нашивка Казахстан. Флажки Казахстана. Я очень люблю свою родину. И я безумно сильно горжусь тем, что я казах. Мои сослуживцы, мои братья здесь, они это подтвердят. Мне не безразлична судьба моего народа. И мне хочется, чтобы наш народ стал свободным. Стал процветать. Будущее в ваших руках. И у вас есть особая власть, потому что вы должны оберегать наш покой. Покой матерей и отцов. Все, что я хочу сказать вам, братья мои, даже если будет приказ когда-нибудь пополнить ряды вооруженных сил Российской Федерации, вам пообещают паспорта, лучшие условия, им действительно платят по 5 миллионов рублей. Родственникам погибших и так далее. Честь дороже. Вы как солдаты это должны знать. Как офицеры. Честь дороже. Не предавайте родину. Не предавайте свой народ, потому что народ 90-95% они все за Украину. Эта власть продалась. Будьте на стороне правды, сражайтесь за будущее Казахстана. И если когда-нибудь народ обратится к вам за вашей помощью, во многих странах решающее слово было за военными. Я искренне горжусь, и сегодня я на этой войне на стороне правды. Благодаря тому, что когда-то я ходил в форме вооруженных сил Республики Казахстан. Армия колоссально изменила мою жизнь. Я понял, что такое доблесть и честь. Баскайда, женес сонда. Боритесь, друзья. Блин, ну, я искренне верю, что многие наши военные будут на стороне правды. Алга, Казахстан, слава Украине. Наблюдайте, пацаны. Окончательная победа будет за Украиной. И это факты. Потому что здесь люди борются за правду, за свою землю, за свои семьи.
и за будущее своих детей.